Условный срок получил водитель иномарки, который угробил двух пассажиров. Мужчина спровоцировал ДТП на трассе Челябинск-Троицк. Пятеро в Форде ехало граждан и двое в Газели, то есть итого семь. 29-летний житель Челябинска за рулем Форда ехал от границы Казахстана. Во время сильной метели он врезался во встречную «Газель». Два пассажира иномарки погибли, три пассажира Форда и пассажир грузовика выжили, но получили травмы. Водитель вину признал. Помимо условного срока в 2 года и 10 месяцев, ему запретили садиться за руль 2,5 года и обязали выплатить 750 тысяч рублей потерпевшей стороне.